от лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения совместно с воспитанником детского сада «Журавушка». Мы хотим поздравить вас с наступающим 23 февраля. И ребята специально для вас подготовили подарок. Дари скорее. Спасибо большое. Ни метель, ни вполне ощутимый морозец не помешали сотрудникам ГИБДД вместе с воспитанниками детского сада номер 1 «Журавушка» поздравить с наступающим праздником мужчин-автомобилистов. Ребята тщательно подготовились, сделали своими руками красочные открытки и выучили стихотворение. Этот праздник самый важный, отмечаем в феврале. Праздник воинов отважных, праздник мира на земле. Автомобилисты были приятно удивлены. Не каждый день тебя останавливают сотрудники ГИБДД не для проверки документов, а чтобы вручить подарок. Спасибо. И вас с наступающим. Здоровья. И дорогу не перебегает, где не положено. Да? Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Вот и молодец. Вот будущий защитник. Спасибо тебе большое за подарок. Тебе все самое лучшее. Здоровья. И будущем защищать родину и свою семью. Хорошо? Спасибо тебе за подарок, дорогой. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Это как вам поздравления вообще? Не ожидали, наверное? Нет, конечно, я даже не понял, что меня остановили. Вроде не нарушаю. Ну, а так все замечательно. Когда-нибудь вас вообще останавливали вот так вот для того, чтобы поздравить с наступающим праздником сотрудников? Нет. Как вообще? Как ощущение? Настроение подняли. Да? Да, я, конечно, не ожидал, да. Приятно. Удивлен был. Спасибо, конечно. Ну, дети приложили усилия. Красиво все, красочно получилось. Очень интересно, да. Встретить в рабочее время, да, чтобы перед праздником 23 февраля мужчин поздравляли дети. Это необычно. Очень хорошая акция. Когда все открытки были вручены, а стихи рассказаны, ребятам еще раз напомнили о правилах перехода проезжей части, а потом и им раздали подарки. По мнению стражей правопорядка, такие акции не только помогают напомнить юным пешеходам, а заодно и водителям, как необходимо вести себя на дороге, но и имеют воспитательную функцию. Прививать чувство долга, чувство ответственности, чувство патриотизма нашему подрастающему поколению. И, может быть, напомнить кому-то из более старшего поколения. Пользуясь случаем, участники акции поздравили и наших телезрителей с наступающим праздником. Поздравляем! Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.